Ну, очень обидно проигрывать такие матчи. До пропущенного гола, в принципе, команда неплохо играла. Имела момент. Но часто в футболе так бывает, что не забиваешь ты, забивает тебе. Ну, а потом побежали отыгрываться и пропустили контратаку. И после счета 2-0 уже игра была сделана. Ребята, надо поблагодарить, что с сильным соперником показали неплохую игру. До пропущенного гола, я думаю, что равная игра была.